Так вот, где-то здесь должна быть Фрэнки. Вот она. Она очень нравится мне в этом костюме. Какую же ты такую информацию узнала, что прям так важно? О, ты узнала, что Клоду очень нравится бирюзовый цвет? Ну что ты. А то мы не знали. Хотя, с другой стороны, события этой игры происходят раньше, чем с Вы 1600. Потому что как бы Дракулаура с Клодом еще не общаются даже. Привет, Дракулаура, докладываю. Клоду нравится бирюзовый цвет. Можешь купить себе бирюзовые трусы, он оценит. А еще я слышала, ему не нравится розовый. Ладно, я пошутила, я не знаю его отношение к розовому. Просто парни не любят розовый. А еще он очень любит есть вампирятину. Парни вообще очень любят есть вампирятину. А парни-вампиры едят волчатину. Так что, Дракулаура, следи за своим Клодом, иначе его сожрут парни-вампиры. Ты что, мне не веришь? Ну, может, и хорошо, что не веришь. Потому что я уже какой-то бред несу. Так, от Хита-то нам что нужно? Зачем меня в такую даль-то гнали? Стоп, сори, что? Просто подтвердить, что Клоду действительно нравится бирюзовый цвет? Ну я же это и так знала. Ну даже Фрэнки-то сказала. Во мне что, погонять больше незачем? Дальше хуже. Хит предлагает нам пойти к Дракулауре и предложить ей добавить что-нибудь бирюзовое в костюм. Типа она такая тупая, что сама до этого не догадается. Нет, ну серьезно, ну где логика? Ну я думаю, что она сама могла это догадаться. Но от квестовых линий никак не отвернуть. Своего слова нам тут вставить не дадут. И стоит вежливо намекнуть на неправоту главного героя, как он тоже начинает обижаться. А если хоть кто-нибудь на нас обидится, то мы уже никогда не станем королевой бала. Поэтому нам остается дышать и прислуживать. В очередной раз задаюсь вопросом, чему учит эта игра? О да, бирюзовый, типа я тебе этого ни разу не говорила. Так радуется, как будто слышит эту новость первый раз. Но я же вроде ей уже это говорила. И да, ей нужна еще одна помощь, еще один последний раз. Опять строчить. Что строчить? Строчить? Откуда у нее швейная машинка тут в библиотеке? Дракулаура, ты нелегалка, ты сперла у миссис Киндерграбер швейную машинку. Да еще и дохлую какую-то, она что-то нихрена не идет. Ты ее случайно не на свалке нашла? И что ты ей там строчишь такое длинное? Причем стежок просто посреди куска ткани. Ладно, нам, видимо, ничего объяснять не собираются. Просто говорят строчи, сиди строчи. Сиди строчи на чужой ворованной машинке. Тряхлой, тухлой, со свалки. Ладно, это не мое дело. Мы закончили еще одну главу, главу с Дракулаурой. И нам тут же пришла смс-ка. Смс-ка от той же самой Дракулауры? Ну подождите, она же стоит рядом со мной. Нет, я серьезно, Дракулаура, но она же стоит рядом со мной. Ну зачем? Ну почему она не могла мне этого лично сказать? Боже мой, логика в игре, существуешь ли ты? И куда же нас направят на этот раз? Куда ты ведешь меня, о мышь всезнающая? К той двери, по-моему, я там еще ни разу не была. Кажется, там выход на внутренний спортивный двор. Оба-на, не успели мы войти, как нам тут же дают какое-то задание. Забавно, нужно бегать по полю и избегать солнечных лучей. Интересно, сколько мне дадут их избегать? Тут, походу, у меня 3 жизни. Ну, сколько мне бегать? Ой. Ой. Я сейчас сдохну. О, все, не сдохла. Это понятно, это у вампиров такой квест. А интересно, что у других? Я не помню, я за Вервульф уже первый раз играл, но я не помню, что мне там заставили делать. Еще и забавно, что будет у Франкенштейна подобное и у мумии. Может быть, у мумии будет квест «Не разложиться раньше времени». А у Фрэнка подобный «Пробежать 100 метров, чтобы рука не отвалилась». И либо нога. Ну, либо опять бы заставили строчить на этой долбанной ворованной машинке. Старый, дряхлый, тухлый, с помойки. Вопрос следующий. Куда делся мой путеводительный мышь? Что, путеводительный мышь меня покинул? Он тоже не любит солнце. Непорядок дела, товарищи. Мыша надо вертать. Так, меню. Давай-ка дайрик, статус эпизода и кого бы выбрать. Что-то я уже не помню, кто у меня там был. Так, это, так понимаю, физкультура. Может, я сомневаюсь. Может, я... Да. Вот. Вот эпизод в одну миссию. Так, все, мы с этим закончили. Дальше мы назначим... Какой бы нам назначить? Да Гулю, наверное, назначу. Привет, мышь-путеводитель, мышь-всезнающий, всесильный. Веди меня, веди меня. Веди меня, путеводная крылатая звезда. Или, правильно сказать, мыша. Здравствуйте, господин Слоумо. Все слышу, все вижу, все знаю. Как вы говорите? А, ну да. А, вот оно что. Ну и вам того же, господин сударь. Или как вас там величать? Барин, сдохни, муха. Вечно я каким-то посыльным работаю. Сбегай на первый этаж, принеси то, потом сбегай в библиотеку, пошей на машинке. По пути не забудь заглянуть в ванную, в туалет, где надо починить сантехнику. Обязательно прочистить унитаз, который забила Фрэнки, своими невероятными выбросами электрического тока.
Главный персонаж этой игры, скорее всего, пока бегал туда-сюда, забросил не один десяток килограмм. Так, здесь у нас что? Ага, Гулия. Привет, Гулия. Тут Слоумо тебе прислал что-то сказать. Мы сделать это. Ты реально большая помощь. Спасибо такой большой за быть таким хороший упырь друг. Промтовые переводы все это доставляют невероятное количество лузов. Имеешь ты сделать, видимо, я поушен. Ну все, с Гулей эпизод тоже закончен. Что-то как-то очень быстро летят эти эпизоды один за другим. Ладно, посмотрим, что у нас там еще есть. Эпизод статус, Клодин, Клео. Там у Клодин просто какой-то дурацкий квест один есть, я его лучше на потом оставлю. Ты даже не знаю, кого сейчас выбрать. Еще экзамен сдавать. Что, мне тут только два сданы. Ну ладно, кого назначаем? Да пусть Клодин будет, ладно. Рано или поздно мне все равно придется столкнуться с этими квестами. И привел нас мышь-путеводитель к чьему-то локеру, к ящику. Так, а я понятия не имею, какой там был код. И листать сейчас квест совсем не хочется. Ну ладно, будем хинтами пользоваться. 20. Да давай, вертись уже, оно... Во. Так, есть. Дальше 5. Угу. И... Чё, и 25. О, да, это было круто, это было захватывающе, адреналин так и прет. Шапочка для плавания лагуны. Не боюсь этого слова «блю». А это, кажется, и есть вход в бассейн. Ну, пошли. Здравствуй, лагунья. Я принесла тебе отличную шапочку. Бери, не пожалеешь. Моя кепка, сказала лагуна, потому что она носит эту шапочку вместо кепки. Лагуны, они такие странные. Но мы все равно их любим. Вот этот упоротый чувак, который тут прошел, он точно знает толк в этом. Его взгляд говорит о многом, о том, что он через многое прошел, а кто-то мне. Фрэнки, привет. Иди в амфитеатр и поговорить с мистером Где. Мистер, вы где? Это не считается, да? Жаль. Значит, опять придется бежать. Только я могла в четырех стенах заблудиться. Мистер Где просит меня протестировать акустику в зале. Значит, сейчас придется ловить нотки. Ловить нотки. Тест-нотки. Вижу тебя, вижу нотка. Иди сюда. Куда? Откуда еще идти музыки, как не из колонки? Слышу звон, не знаю, где он. А вот он. Все. Три раза. Well done, и все дела. Так, что у вас там еще? О, а может быть мне еще один экзамен сдать? Что в этом плохого? Потом меньше будет. Тем более, чем больше я сейчас заработаю очков популярности, тем лучше. Кто мне пишет? Клодин. Нет, Клодин, я все понимаю, конечно, но дело в том, что у меня тут Ромео и Джульетта, все дела. Вот, блин, Клодин, вот все из-за тебя, вот хрен ли ты мне написала. Ну, никогда не даст уроками позаниматься. Нет, блин, надо бежать к ней, идти ее стричь, брить, и хрен знает, что там еще она мне просит сделать. Чинить унитаз, который сломала Фрэнки. Воровать одежду из-под носа у мистера Где. Клодин, ты оказываешь на меня очень плохое влияние. Что там тебе, встретить Хитбёрнса надо? Ну, отлично, ботинки тебе уже нравятся. Правда, не знаю, какие ботинки. Странно, Клодин попросила встретиться с Хитбёрнсом, чтобы какой-то осуществить его план по выживанию мистера Где из вампир-театра. Хрен знает зачем. Отлично, Драко Лаура меня тоже к Хитбёрнсу посылает. Всем что-то с него нужно. План против учителя, какой-то друг Клод, которого, между прочим, мой персонаж еще даже не знает. Я без понятия, узнает ли. Привет, Хит. Клодин просил твой номер телефона. А точнее, не твой, а Клода. Хит сказал, что даст номер телефона Клода, но только если я ему потом когда-нибудь позвоню. Ну что, я согласна. Но первым делом надо как-то помочь Клодин. Да, ладно, давай, я соглашаюсь. Все, я соглашаюсь, у меня нет другого выбора. Дурацкий Вимон, как же им сложно управлять? Так, ладно, нужно выгнать как-то этого мистера Где. Угу. Нужно какого-то вентиля встретиться. Где тут трубный вентиль? А, вон он вентиль. Искрящий, блестящий вентиль.
Ох, и Бёрнс подкатывает. Самое смешное, он сказал, встретимся у вентиля, а он стоит прямо напротив него. Типа сразу туда подойти не мог. Отлично, я согласна, все, хорошо. Поворачиваем вентиль, сейчас, наверное, конференция начнется. Ну, а... Во, все. О, боже мой, кто-то вопит, что кого-то облили. Я, правда, понятия не имею, кто это вопит, но его успокаивает та мысль, что это для Клодин. О, я никогда не хотел сломать ногу, но это для Клодин. Я никогда не хотел упасть с 9-го этажа, но это для Клодин. Я никогда не хотел съесть живую кобру, но это для Клодин. Клодин делает все круче. Но куда бежать теперь? А волшебный мышь-навигатор подскажет нам дорогу. И особо громкий голос диктрисы Бладвуд будет доноситься с небес. Ну, либо откуда-то с потолка. Опа, мистера Хэдди тут уже нет. Может, это он намок и побежал сушиться? Или он побежал к директрисе жаловаться, что его облили? О, Маргарет, я не хочу в школу. Там злые люди, злые дети, они обижают меня. Они все монстры. Ну и, в общем-то, я пока что прервусь. Впереди еще долгий путь до бала. Всем спасибо, с вами был Миёк.